Возможно, уже скоро в Украине практически каждый сможет носить травматическое короткоствольное оружие. В парламенте рассматривают закон, который в целях самозащиты разрешит всем категориям граждан использовать пистолеты и револьверы несмертельного действия, то есть снаряженных эластичными пулями. На Марину нападали дважды, и она поддерживает легализацию травматического оружия. Я шла по своей улице домой, и остановилась машина. Девушка, не подскажете, как проехать? Ну, я подсказываю, начинает человек выходить и начинает ко мне приставать. Соответственно, а он 2 метра ростом, а что мне делать? Я же ничего не могу такого болючего сделать. Соответственно, в этот момент, если бы у меня было какое-то оружие, я бы могла его как-то либо шокировать, либо обезоружить, либо чтобы он понял, что я могу дать ему отпор. Но травматическое оружие далеко не всегда сможет по-настоящему защитить от нападающих, считает Алексей, менеджер одного из киевских оружейных магазинов. Такая эластичная пуля диаметром 9 мм эффективна и не опасна для жизни нападающего только в узком диапазоне дистанций. Не ближе 3 метров, но и не дальше, допустим, там метров, ну, уже 7. Это уже как бы на 10 метров ты уже даже не то, что там не причинишь какого-то вреда, ты можешь даже не попасть. И правовое поле, где это адекватно применять, где нет, очень расплывчатое, плюс умение просто обращаться с оружием, потому что не всегда человек, даже в большинстве случаев человек, приобретающий резинострел, он не считает нужным для себя там как-то маломальски потренироваться им владением. Сегодня короткоствольным оружием с эластичными пулями могут пользоваться только работники силовых структур, прокуратуры, народные депутаты, судьи и журналисты. А вот охотничье снаряжение доступно всем, нужно только получить разрешение в МВД. Интересно, что в Украине можно без особых сложностей приобрести вот такой автомат Калашникова, правда переделанный под охотничий карабин. Новым законом предполагается, что приобрести огнестрельное охотничье оружие и оружие для самозащиты можно будет не с 21 года, а с 18 лет. Для получения соответствующего разрешения нужно будет предъявить заключение органа здравоохранения о состоянии психического здоровья. А здесь как раз могут возникнуть проблемы, считает психолог Юрий Садовский. Вот. Но на самом-то деле людей с психопатией, которые не обращались в медицинские учреждения, и которые гораздо более опасны, чем люди, может быть, с более грубыми расстройствами. Вот. Их никто не фиксирует. Где грань между психопатией и дурным характером? А ведь таким оружием для самозащиты, несмотря на название травматическое, можно и убить. Вот представьте себе, с рогатки попадают в глаз, глаза нету, а это убойная сила. И с какого расстояния еще выстрел? Убить свободно можно. А Георгий Учайкин, председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия, считает, Украине нужно легализовать не травматическое оружие, а краткоствольное нарезное, ведь по его пуле можно будет идентифицировать владельца. В отличие от травматического оружия, обычное боевое оружие нарезное стреляет металлическими пулями, свинцовыми, и на них остаются отпечатки после прохождения через канал ствола. Они также индивидуальны, как отпечатки пальцев нас с вами. Перед продажей все легальное нарезное оружие отстреливается, и образцы по 3 экземпляра пули и гильзы остаются в государственной пуле-гильзотеке. Эксперты предлагают, прежде чем принять закон, обсудить его в обществе. Наверное, не нужно. Ну, мне кажется, что и так слишком много агрессии в нашем обществе. Если еще позволить это, то это будет только лишний повод. Кто-то кому-то наступил на ногу, и очень быстро решение проблем. Против, потому что для того, чтобы носить оружие, нужно иметь соответствующую подготовку к этому делу. Мы еще за 20 лет своей незалежности не готовы к тому, чтобы правильно обращаться с оружием и применять его только в тех случаях, которые предусмотрены законом. К сожалению, у нас очень много эмоций. Либо женщина, либо тот человек, который не сможет себя защитить, он может хотя бы либо испугать, либо нанести какую-то травму на нападающего. Когда это надо будет, оно не защитит. Все равно, если что-то случится, я в любом случае не успею этим воспользоваться. В России травматическое оружие разрешено. В Молдове, как и в США, легализовано и боевое. Но остается вопросом, готовы ли украинцы использовать пистолеты и револьверы в целях самозащиты.
NTD, Киев, Украина.